Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наш тренинг по специальному мануальному массажу и мануальным техникам воздействия на тело человека. Но не надо забывать о том, что у самого массажиста тоже бывают проблемы. У него мы постоянно работаем согнувшись, да? У нас у самих бывают проблемы со спиной, и нам ее надо разгружать. Но, как правило, получается, что сапожник без сапог, да? Нам массаж никто не делает, но наша безопасность – дело наших рук. И в этом нам сейчас помогут братья Симоновы, это Александр и Анатолий, покажут несколько приемов, как укрепить свой корпус, да? Конкретно, что это? Корпус, чтобы расслабить спину, потому что вся тяжесть идет на группы мышц именно спины. Чтобы их расслабить, есть специальные упражнения. Обыкновенная планка, которую все прекрасно знают. Для этого нужно что сделать? Встать на планку. Анатолий Симонов показывает. Встать на планку. Прямая спина. Не надо больше минуты. Спокойно постояли. Прямой угол. Спокойно подышали. Если кто-то хочет усложнить планку, то можно одновременно поднимаешь руку и ногу. И примерно несколько секунд. Да, несколько секунд не надо. 10-15, 5 секунд. Пресс укрепляется. Укрепляется пресс, расслабляется спина. Для того, чтобы укрепить и мышцы не только спины, и пресса, можно такие повороты делать. О, заменяет качание пресса. И боковые мышцы живота тоже работают, да? Да. Укрепляется весь кор. Мышцы живота. Отлично. Ну, спасибо вам. Дорогие братья, в следующих видеороликах мы расскажем еще, как теперь расслабить спину прямо во время работы. Поэтому не забывайте подписаться на наш канал, ставьте нам лайки и до новых встреч. С вами были Олег Алгудвин и братья Симоновы!